Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Говорит и показывает Сочи. Большой футбольный вечер на одном из тренировочных полей Академии футбольного клуба Сочи продолжается. И через считанные секунды здесь, на ваших глазах, на ваших телеэкранах, начнется игра четвертого тура UFL Юг-2, в котором хозяева поля, команда Сочи 2007 года рождения, примет сверстников из Владикавказа, команду Алания. Игра у нас началась, хозяева поля, сочинцы развели мяч с центра поля. В общем-то, за таким футболом хочется смотреть. Гамалян здорово отбирает мяч, и попытка дальнего удара, и будет угловой. Гамалян. Кто попробует пробить, дальний удар будет. Удар, и вратарь намертво забирает мяч. На 16-й минуте матча Инар Сакания первым успел на добивание в штрафной площади владикавказцев и дослал мяч уже практически в пустые ворота и вывел свою команду вперед. Подбор за Алани. Передача дальше на Хугаева. Хугаева есть зона. Того встречает Амирханян. Прострел какой, надо забивать. И блестящее спасение Климанова. Но атака продолжается. И снова Климанов забирает мяч. Практически ничего не дали создать гостям. А на секундочку, Алания — это лидер сезона. Команда, идущая на первом месте. Как срезался мяч сейчас у Арси. В этот момент судья пока дает свисток, который отправляет команды на перерыв. Только что начался второй тайм матча между командами 2007 года рождения Сочи и Алания. 14-й Георгий Кабахидзе. Продолжит состав чуть позже, после этой атаки Алании. Удар, и Максим Шерстов, только я хотел назвать его фамилию в составе, как Максим сам дает повод о себе сказать. Не менее яркой игры. Вот сейчас может получиться очень опасно. Алексей Бухлов, ворота пустые, прострел. Мяч попадает в руку игроку Алании, и судья не рискнул назначить пенальти. Дальше Басиев. И следует потеря, и будет ли контратака. И Алексей Бухлов со своей половины поля выходит один на один. Футбольный буллит сейчас. В исполнении Бухлова удар и гол. Алексей Бухлов забивает свой 6-й гол в сезоне. И такие моменты лучший бомбардир Сочи реализовывает уверенно. Отличная атака хозяев поля. Поймали гостей на контратаке. И Алексей Бухлов не стал сближаться с вратарем. И неотразимо с левой ноги пробил под дальнюю штангу. А кто ему отдал передачу? Это Роберт Гамалян. 6-я голевая передача Гамаляна и 6-й гол в сезоне Бухлова. Ну, здорово пробил, действительно здорово, под штангу, без шансов для вратаря. И эта связка вновь работает. Аланя в опасную атаку бежит. Хорошая передача в центр, удар, и выручает Рустем Климанов. И устремляется вперед. Нет, было здесь нарушение правил. На глазах арбитра все это было. Не стал фиксировать фол. Опасный дальний удар. Я думаю, мастерства и умения у Ирлана Хугаева достаточно. Посмотрим, как сейчас десятка Алании справится с этим стандартом. Великолепный удар и гол! Какой красивый мяч забивает Ирлан Хугаев. Отличный удар со штрафного. И лишает сейчас Алания Рустема Климанова сухого матча. Ну, посмотрите, казалось, будет бить в ближний угол, а Хугаев обманул всех, а пробил в дальний. Штрафной. Смотрим. Ключевой эпизод матча. Подача Хугаева. Суматоха. Будет ли удар? Вратарь прибежал сюда, но не добрался до мяча. И в этот момент звучит финальный свисток. Сочи одерживает победу со счетом 2-1.